Краснодарском крае стартовал 25-й по счету фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». В этом году в нем примут участие 25 коллективов, 4 дуэта и 22 солиста-вокалиста из разных городов и районов края. Весной пройдет большой галоконцерт победителей, в котором примут участие и наши сегодняшние гости – детский образцовый ансамбль «Веснушки» и его руководитель Любовь Волошина. И сегодня они у нас в студии. Доброе утро, Любовь Степановна. Доброе утро. Ну, хотелось бы сразу спросить, как появился ваш коллектив и часто ли принимаете участие в фестивале «Кубанский казачок»? Коллективу нашему уже 25 лет, а в казачках мы участвуем ежегодно. Мы не только в «Кубанском казачке», но и во всероссийских казачках участвуем. Наш коллектив был неоднократно победителем. В 1996 году наш коллектив стал обладателем гран-при международного фольклорного детского фестиваля в городе Сочи. Мы стараемся эту марку держать, планку эту держать. Поэтому биография у коллектива достаточно широкая, интересная. Дети выступают на лучших площадках и края, и России. Мы выступали в колонном зале Дома Союзов, в Доме правительства, в зале имени Чайковского, с такими мэтрами сцены, как Людмила Георгиевна Зыкина. У нее на юбилее выступали мои солисты. С Газмановым, с Кобзоном, с такими замечательными коллективами, как Кубанский казачий хор, с Криницей, государственным коллективом. Дети очень любят петь, и результаты говорят сами за себя. Любовь Степановна, я думаю, что же мы все говорим и говорим, можем ли мы услышать ваших замечательных исполнителей, и представьте, пожалуйста, кто к нам сейчас придет в студию. Вот сейчас уже девушки к нам заходят в красивых костюмах. С огромным удовольствием солистки ансамбля Анастасия Аспидова, Анастасия Зайченко и концертмейстер Андрей Волошин. Так, отлично. И что же вы нам исполните? В их исполнении прозвучит кубанская народная песня «Дождик на Крапае». Давайте послушаем. Дождик на Крапае, дождик на Крапае, на вилу березу. А я мил нікому, а я мил нікому, сорочку мережу. А я мил нікому, а я мил нікому, сорочку мережу.
Спасибо вам большое, здорово. Здорово. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в студию. Такое замечательное, радостное нам настроение подарили. И удачи вашему замечательному удачи коллективу. Удачи, только побед, друзья. Спасибо. Спасибо. А как мы рады с такими замечательными людьми встретились. Ой, это очень... Спасибо. Вы такие большое. Добрые, теплые. Спасибо. Вы нам тоже сил придаете. Спасибо большое. И мы желаем удачи вашему замечательному спасибо коллективу. Огромное. Ну а мы напоминаем нашим телезрителям, что эту композицию замечательную вы можете услышать на нашем сайте kuban24.tv. Там же ищите все интервью с нашими гостями. Не переключайтесь, скоро увидимся.